Замечаете ли вы преобразование в сфере благоустройства? Да, по сравнению с своим родным городом здесь очень быстро все растет и развивается. А можете назвать какое-нибудь конкретное место, где вы точно увидели, что ага, здесь было благоустроено? Ну, я вижу, как сейчас набережную, главное, начали ремонтировать, и вот там очень много людей постоянно ходят по этому. Трудно сказать на самом деле. Я живу и работаю в одном районе, и ну, мне сложно это отметить. Вот. Но, кстати, про Нагорный парк, да, мне нравится. Кстати, да, замечаю. Ну, во-первых, дороги. Многие стали прям ощутимо, даже вот здесь на Калинина, где мы постоянно стояли в пробках из-за ямы, из-за всего, дороги стали ну, нормальные, так сказать. Потом парки, да, открываются у нас, очень хорошо занимаются этим, и Нагорный парк, видовая на Буратчика, ну, как бы, очень много мест, где можно провести и время с семьей, и отдохнуть, и просто даже прогуляться. Во Владивостоке? Да, определенно. Он очень быстро меняется и становится только лучше. Хотя я не скажу, что я тут очень давно живу, я тут учусь, но он меняется на глазах, он становится лучше. А приходят в голову какие-нибудь конкретные примеры, вот, где вы точно заметили, что ого, там что-то появилось? Ну, центр города образуется, парковые зоны различные, тот же для скейтеров. Да, ну вот это молодежное. Вот, то есть прогулочные зоны обновляются, новые кафе тоже повсюду постоянно. Я еще студент ДФУ, и у нас много рассказывается о возможностях для студентов в участии обустройства города. Поэтому да, вполне замечаю. Какое общественное пространство благоустроить в 2025 году? Хорошо было бы на Борисенко, я думаю. Что хотели бы там увидеть? Больше прогулочных зон, опять же, потому что летом город расцветает, и только хочется, что гулять. Борисенко. Что там сделать? Ну, я думаю, что можно уделить как можно больше внимания каким-то детским площадкам, просто прогулочным зонам, озеленению. Ну, я думаю, стоит задуматься насчет преобразования на Русской 41. Вот там прям хорошо было бы, я думаю. Русская? Вот просто... Хотелось бы ее, потому что все остальное как бы тоже, и было бы неплохо захватить ее тоже. Что там сделать? О, даже не знаю. Просто какие-нибудь прогулочные зоны для тех же людей, для туристов. Борисенко. А что хотели бы, чтобы на Борисенко появилось? Ну, на Борисенко, конечно, бы хотелось, чтобы появилась, опять же, дорога, какие-то парки. Там же вот должны были продолжить парк, где тренажерные вот эти вот залы. Ну, как-то вот на этом закончилось, и все. Вот поэтому хотелось бы, чтобы там что-то появилось. Ближайший к дому.